Бисмиллахи рахмани рахим. Мы вас приветствуем с именем Аллаха, милостивого и милосердного. Сегодня мы будем говорить кун фаякун. Что означает кун фаякун? Это означает, он говорит будь, и оно вершится. В Коране используется это слово в нескольких местах. Согласно преданиям от имамов, алейхиссалам, которые высказывались относительно толкования слов, он говорит «будь, и оно случается». Это пример и метафора к той истине, что воля Аллаха равнозначна свершению этой воли. То есть в действительности для свершения чего-либо для Бога нет никакой необходимости говорить «будь». Некоторые арифы заявляют, что святые люди и обитатели рая имеют способность свершать желаемое посредством слова «будь». В священном Коране «кун фаякун» встречается в 8 аятах. Из них некоторые, например, в 35 аяте суры Марьям, в 47 аяте семейства Имрана, в 68 аяте суры «Прощающие», в 40 аяте «Пчелы», в 82 аяте суры «Ясин». Здесь лишь указывается на тот факт, что желание Бога, появление чего-либо в бытии и само его появление происходит одномоментно. То есть в действительности для сотворения Аллаха Джалли ва Джаляли не нуждается в том, чтобы говорить «будь», потому как иначе это обязательно привело бы к порочному кругу и было бы бессмысленным. Порочному кругу это привело бы по той причине, что любое «будь» нуждалось бы в другом «будь», чтобы первое могло быть, и также обстоит дело и со вторым «будь», и так до бесконечности. Слово «будь» есть перманентная основа всего сущего. Бытие любой вещи равно словам Бога. Великий мыслитель Низами говорит: «О, все то, что сей мир посетило, кун фаякун тебя сотворило». Имам Али, алейхиссалам, об этом говорит. Если Аллах, Джалли ва Джалялюху, хочет чего-то сотворить, он говорит этой вещи «будь», и оно тут же возникает. Однако же не в том смысле, что от него исходит некий звук, который мог бы быть воспринят кем-либо, но в том смысле, что речь Господа – это та же самая вещь, которую Он творит и придает ей облик. Вещь, которой до того не было и бытием. Итак, дорогие наши братья и сестры, мы желаем всем подчиняться повелению Аллаха. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.